Всем привет, и в сегодняшнем видео я вам покажу наконец-то много раз запрашиваемую и долгожданную прическу, как я завиваю волосы, как выглядит вообще это на коротких волосах, как получаются такие локоны и так далее. Очень много девочек меня спрашивало и интересовалось, как я это делаю, какие средства я, может быть, для этого использую, и сегодня я наконец-то этим с вами поделюсь. Для этой прически мне всего лишь понадобится два средства, это пенка для волос. Вы можете взять абсолютно любую пенку, чтобы именно придать структуру вашим волосам и немножко объема, а также термозащиту. Я использовала масло от Garnier, содержащее термозащиту. Я в каких-то предыдущих видео уже рассказывала об этом продукте. И, в принципе, на этом и все. А также конусообразная плойка вам еще понадобится и фен, так как мы будем предварительно еще сушить волосы. Вот, в принципе, на этом и все. Сейчас вам покажу я сам процесс закручивания локонов, и если вы заинтересовались, как я это все делаю, то оставайтесь на связи. Я желаю вам приятного просмотра. Итак, для начала я высушиваю свои еще немного влажные волосы феном, специальной такой широкой насадкой, и предварительно я нанесла уже на волосы пенку и термозащиту. Под видео я перечислю все продукты, но вы можете использовать все, что захотите. Ну а после того, как волосы становятся уже абсолютно сухими, я приступаю к накручиванию локонов. Я делаю пробор посередине головы и тем самым разделяю волосы на две части. Затем начинаю их накручивать в сторону от лица. После того, как я накрутила все волосы, я провожу пальцами по локонам, чтобы их немного распушить и придать объем, чтобы они выглядели пышнее. И после этого я просто сбрызгиваю все лаком. Я хочу обратить внимание на то, что такие локоны могут продержаться до 3-4 дней, и это я не преувеличиваю. И такие пышные локоны в конечном итоге у нас получаются. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и если оно вам понравилось, то, может быть, вы захотите мне даже поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Может быть, вы захотите повторить эту прическу, это будет еще круче. И на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!